Студенты из Якутии в Хабаровске в творческой форме отметили День Алан-Хо. Мероприятие посетил наш СОПКОР Стас Михайлов. Тематика выступления различна. Здесь и песни, и танцы, и фокусы. Ограничения организаторы решили не устанавливать. Ведь несмотря на то, что День Алан-Хо – праздник национальный, для студентов это прежде всего повод собраться вместе с земляками и повеселиться. Поддерживаем нашу национальную культуру, развиваем ее, также никогда не забываем и пытаемся донести и до других студентов, которые обучаются в городе Хабаровск, именно которые не из Якутска и из других регионов. Почетным гостем на студенческом вечере стал замминистра культуры и духовного развития Якутии Николай Макаров, участвовавший в прошедшем окружном совещании, посвященном вопросам культуры, и с радостью посетивший День Алан-Хо хабаровских студентов. На сегодня используются различные методы популяризации и изучения Алан-Хо. Проводили мероприятия, как битва в стиле Алан-Хо. Это Сахатеатр проводил, театр Алан-Хо. До этого еще были эксперименты совмещения рока и Алан-Хо. И вот сегодня студенты, будущие кадры нашей республики, демонстрируют свои таланты. И это совершенно правильно, и мы искренне рады этому. Это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие. А победителем в конкурсе талантов стал коллектив «Сайды» из Дальневосточного медуниверситета, представивший национальный танец на современной якутской музыке. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.